Да, ребят. У меня будет кухонная утварь, кухонная заготовка. Ждет меня видео на другие, клевое видео. Я его сделаю обязательно, ребят. Сейчас у нас для начала будет здесь с вами. Сделаю обязательно, да, там кричать начал. Сделаем с вами, вы знаете, на противень положим гудгеймовские вкусняшки, потом все это сложим. Вот, такое вот у нас тесто, вот оно. Из него я сделаю слова гудгейма. Пока что вот так вот, такие кругляши. Вот, вот. Просто видите. Это будет хавка, конечно. Да. Такие дела, ребят, такие дела. Вот. Я просто сюда повыкладываю. Вот так вот все выложу. А потом будет следующим кадром уже то, что вам нравится. Да. Что вы хотите. Вот оно. Вот они, кругляши. Вкуснейшие печенье Гудгейма. Ребята, приходите на завтраки. Да, Гудгейм рулец. Тоже Гудгейм, видите, две есть такие позиции, их хорошие позиции в виде буквы Г, да. Будем украшать с вами их вот такими вот, блядь, такими кругляшами. Будет это все у нас малиново, джемово, вкуснейше приправлено вот такими вот биточками, ребят, биточками. Ну, что ж, я скажу еще. Машахас, без знал, кто отращает, да? Маша, с этой моей татуировки, ребят, не обращайте внимания. Да. Повсюду тату, ребят, повсюду тату. Группа тату, конечно. Что ж вы думали, все мы лесбиянки, все мы любим пирожные, печеньки. И, конечно же, Гудгейм, ребята. Конечно же, Гудгейм. Она же грязная, блядь! Ребята, ребята, Гудгейм зажарился. Зажарился в духовочке, да? Печеный Гудгейм. Печеный Гудгейм. Если, ребята, если вам попадется в Старкрафте какое-нибудь зерки, знаете, я ему приготовил печенье. Да, да, да. Ох уж эти зерги, а. Мой Джим Рейнер. Мой Джим Рейнер. Ребят, я уже, знаете, уже все, как Сара Керриган, думаю. Да, Сара Керриган обрадует своего Джим Рейнера. Печенье, печенье, да. Гудгейм не мог быть еще слаще, чем сегодня, конечно. Очень сладкий Гудгейм у нас. Так, давайте я с вами его хоп передвину, задвину, поставлю сюда. Блин, а да что ж такое? Что же делать? Вот оно вот так вот. Отлично. Вот, ребят, вот он Гудгейм, готовенький, готовенький Гудгейм. Как вы видите, тут везде запечелся. Какой красивый малый. Вот так он выглядит, а так он сзади, а так он спереди. Я вместе с вами. Первое открытие, ребят. Блядь, он горячий. Вот что я знаю точно, он горячий. Вот. Сзади, сзади он тоже хорошо пропекся. И здесь он тоже молодец. Да, тут он тоже молодец. Все, готовый Гудгейм, ребята, готовый Гудгейм. Приходите на мой канал, смотрите видео. Обязательно подписывайтесь, ставьте лайки. Не забывайте, я с вами, я всегда с вами, конечно, я всегда с вами, да, я на связи, ребята, Гудгейм прекрасен, как всегда.